Бой маршевых барабанов и улыбчивые мажоретки с сегодняшнего дня и трижды в неделю открывают Сочи парк. Цирковые артисты исполняют небольшую жанровую зарисовку. Акробаты, жонглеры и гимнасты задают настроение на весь день. Сегодня в Сочи парке аншлаг. Поздравить сочинский Диснейленд со вторым днем рождения пришли сотни гостей. Одни гуляли и фотографировались, другие катались на аттракционах. Здесь их 15. Это и детские, семейные карусели, и головокружительные горки. Жар-птица – самый высокий в России. Аттракцион свободного падения – 65 метров. Впечатление после приземления – масса. Очень круто, да. Так еще, так, когда поднимаешься, вообще впечатление огромное просто. В свой день рождения Сочи парк подготовил для гостей много сюрпризов. Так, сегодня здесь открылась мега-песочница с выставкой 16 гигантских песчаных скульптур высотой до 5 метров. На их создание ушло 700 кубов песка. Авторы – российские мастера, рекордсмены книги Гиннесса. Зрители в восторге. Такого они еще не видели. Нам очень понравилось с ребенком. Очень интересно. Сказки русские. Александра Сергеевича Пушкина. Такие скульптуры красивые из песка. Впечатляет. Каждый из вас может стать счастливым обладателем подарка от Сочи парка в честь дня рождения. Ну и какой день рождения без подарков? Их Сочи парк дарил участникам розыгрыши и призы, годовые абонементы в Сочи парк, сертификаты на мастер-классы и фотосъемки, пригласительные в спа-центры, городские театры, музеи и прочие места отдыха. Семья Устиных, например, выиграла билеты в океанариум. Вообще здорово, очень здорово. Красиво все, такое впечатление. Есть экстрим, и есть вот для маленьких вот карусели, которые в восторг. Ну, просто супер. В свой второй день рождения Сочи парк своим посетителям вручил около 500 подарков. Ну а празднование продолжалось до самого позднего вечера. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.